Как можно не вдохновиться идеей сделать лучшее произведение с точки зрения творчества в своей жизни? Я боялась, что второй и третий сиквелы не выдержат сравнения с первым фильмом, но они получились еще даже лучше. Я с нетерпением ждал каждого момента. Этот фильм соединяет в себе кунг-фу, фантастику, философию, действие и любовь. Публика всегда хочет всего этого побольше. Никогда не мог себе представить, что буду работать над сиквелом такого фильма. Да, это настоящий фильм. Матрица. Перезагрузка. Я уже и раньше делал фильмы с продолжением, и на студии мне говорили, это был успех, сделай продолжение. Но этот фильм изначально задумывался как сага. Эта история продолжается, и Вашовски все это придумали. Я с самого начала знал, что они задумывают трилогию, и как только они сказали «да», я тут же ответил «да». Я согласился, даже не прочитав сценарий. Это на меня очень не похоже. Это только доказывает мою уверенность, которую я испытываю к Ларри, Энди, в их идею, историю, к персонажу, компании, которая делает все это. Братья полностью доверяли актерам. И все говорили, сделай это. У меня не было никаких опасений, я был полон надежды и любопытства. Что еще могут придумать эти двое сумасшедших? Я была уверена, что сценарий мне понравится. Когда я его прочитал, я сказал себе «Браво!». Я обожаю перезагрузку. Перезагрузка похожа на попкорн. Она такая же взрывная. В фильме много новых персонажей, так много хороших парней и так много плохих парней. Мне позвонили и сказали, послушай, братья Вашовски делают «Матрицу 2 и 3, и, возможно, у них есть роль для тебя. Я сидела беременная на 9-м месяце и спрашивала себя, что? Это серьезно? А потом я сказала, послушай, ты занимаешься йогой, ты также занимаешься тай-чи, и ты можешь сделать все, что понадобится. Я готов ко всему, позвольте мне это сделать, я хочу быть там. Когда я увидела «Матрицу», я сказала себе, как бы я хотела сыграть в фильме, похожем на этот. Кто-то платит много денег. Многие готовы на все ради этого. Что ты видел, Нео? Это странно, код изменен. Для нас это хорошо или плохо? У них тут взрывчатка на всех этажах. Для нас плохо. История начинается 6 месяцев спустя, после конца предыдущей. Армия машин наступает на последний город людей Зион. И Нео прекрасно владеет своими возможностями. У него бывают видения, но он не понимает кое-что. Личность покинула свою персональную оболочку и в настоящее время находится в центре своего сообщества. Его вечный враг, его соперник, агент Смит, вернулся, чтобы отомстить. Он сам эго. Он не прекращает размножаться. Отношения между Нео и Тринити углубляются. Я скучал по тебе. Я это вижу. Морфеус принимает на себя роль командующего армией по обороне Зиона. Скоро предсказание сбудется, и война прекратится. Ему удалось создать синтез между легендами и различными школами философии. Ему удалось тронуть как интеллектуалов, так и обычного зрителя, создав артистическую форму, состоящую из 400 сфер. Некоторые создают фильмы с 2 сферами, некоторые с 50, а некоторые с 400. Дерьмо.
Это для молодых. В фильме полно кунг-фу. Это для подростков. Когда пришли два сценария «Перезагрузка» и «Революция», стало совершенно ясно, что речь идет об одном фильме, разбитом на две части, и он был сделан как единый фильм. Я спрашивала себя, как они собираются снять все это, второй, третий, да еще и сценарий для видеоигры. Они смогли сделать все так, чтобы снять фильм на открытом воздухе, заставить сотрудничать различные группы. Никто никогда не делал ничего подобного. Как можно было все так запланировать? Подобное было впервые, никто никогда не работал с таким размахом. Год подготовительных работ, год съемок и год работы с отснятым материалом. Это было просто военными испытаниями соединить все вместе. Они делали совершенно невероятные трюки. Люди не знают, как сделать такое. Все делалось на самом сложнейшем уровне. Дело в том, что как только я прочел второй сценарий, я понял, что это будет что-то громадное. Но наши контракты уже были подписаны. А вас перепаяли. Все люди привнесли в этот фильм что-то лично от себя. Это было просто невероятно. Над фильмом работала неординарная группа профессионалов. Достичь такого результата было для всех фантастическим результатом. Мы начали работу в ноябре 2000 года. У меня было ощущение, что мне снится сон. Работать вместе с Лоренсом, Киану, Кэриэн. Эти прекрасные дни репетиций. Мы просто дымились. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. 8 месяцев репетиций. На этот раз все было труднее. Их результаты заметно улучшились. Они сохранили базу после предыдущих тренировок. Благодаря этому мы получили отличный результат. Это очень сложный трюк. Эти тренировки были для меня очень трудными. Я сломала ногу в начале второй недели тренировок. Как будто каждая трудность, которая была возможна в этот период работы, для меня реализовалась. Наверное, для меня наиболее важным тем, что мне очень помогло, было то, что Киану был очень дисциплинирован. Я никогда не встречала таких людей. Никогда. Эти тренировки были в два раза длиннее и уж, конечно, в три раза сложнее. Это и было прекрасно. Прыжки со страховкой, разное оружие, драки сразу с несколькими противниками. До этого это были драки исключительно один на один. Я помню, как Киану отмокал в ванне со льдом. Я глазами спросила его, зачем он это делает. И он также глазами ответил мне, скоро увидишь. Братья Вашовски запланировали все. Они ничего не оставили на волю случая. То, как рассказывается эта история, как создавались сцены действия, элементы нового кино и технология создания образов, беспрецедентны. Я говорил Ларри, что это самый сложный фильм. И он должен был признать, что я был прав. Джефф Дэрроу, художник-концептуалист, очень мягкий человек, обладающий невероятной силой духа. Я должен был реализовать трюки, на которые в первом фильме делается только намек. Это было очень сложно. Наши рисунки давали им идеи, они могли сказать, я могу сделать то-то и то-то. Наша работа заключалась в том, чтобы сделать что-то вроде мультяшного варианта фильма. Джеффу и Стиву удалось изобразить то, что и хотели увидеть братья, для того, чтобы все люди, занятые в фильме, говорили на одном и том же языке. А это были сотни людей и тонны работы, которую предстояло сделать. После того, как был определен общий взгляд, все стали развлекаться, выдумывая разные детали. Мне кажется, что этот этап работы понравился всем.
В Лос-Анджелесе перед тем, как начать съемку, были изображены и запланированы всевозможные детали. Группа по визуальным эффектам, группа операторов, группа артистов, каскадеры — все работали вместе над этим. Предпросмотр — это такой этап в работе, на котором на основе истории делается точное описание пространства и времени. Это позволяет нам ответить на вопрос, можно ли это сделать, и если да, то как? Это может касаться размера объектов, количества машин, скорости, с которой они должны ехать, так что можно получить точное представление о том, что потребуется во время съемки. К примеру, это абсолютно необходимо при планировании погони. Они проделали такую работу, чтобы трансформировать идею братьев через Джеффа и Стива в реальность. Они создали все это из ничего. Великолепно. Для меня это волшебный момент. Момент, когда вы действительно возвращаетесь в этот мир, где группа совершенно незнакомых вам людей что-то готовит, планирует и собирает. То, что сделали Оуэн, Хью и их команда, просто невероятно. Декорация Оуэна настолько реальна, что создается впечатление настоящего присутствия. Нам показали около 150, мы же видели около 180 картин, в зависимости от того, как считать. Аламеда, Калифорния, июнь 2001 года, храм Зиона. Зион появляется уже в первом эпизоде, но именно второй и третий фильмы показывают всю важность Зиона и необходимость защитить чистоту этого мира. Исторически это место, где никогда не исчезала надежда, где всегда остаются возможности. То место, что мы видели до сих пор в «Матрице», было слишком цифровым. Уйти от этого стиля, чтобы прийти к Зиону, который по-настоящему красивое место. Это такой огромный подземный зал. Это было одно из самых моих сильных впечатлений во время съемок. Тогда в Аламеда в сцене участвовало 1000 человек. Все эти красивые молодые люди пришли полный энтузиазма с открытыми сердцами, и они проводили целые дни, танцуя в пыли. Видеть Лоуренса, стоящего перед тысячами людей и произносящего свои фразы с таким вдохновением. Сегодня вечером пришло время напомнить им, что это Зион, и что мы их не боимся. Я играл перед 2000 человек. И я не мог игнорировать их. Было невозможно играть исключительно на микрофон и камеру. Актер перед лицом такого количества публики. Сидней, Австралия, ноябрь 2001 год. Все хорошо? Да. Обожаю Скорпиона. Удар Скорпиона. Постановка боев великолепна. Я сначала должен извиниться. Извиниться за что? За это. Работа, проделанная Ву Пинг и Дион Лам, замечательна. Трюки, в которых я мог поучаствовать, были амбициозны. Люди не представляют, сколько боли они причиняют и сколько времени забирают. Люди за кулисами тянут за веревки. Актеры творят волшебство, а эти люди остаются в тени. Но без них все это было бы невозможно.
Стоп. Снято. Аламеда, Калифорния, май 2001 год. Бурлей Брау. Это 16-й день Бурлей Брау. Только в этой одной драке движений больше, чем во всей первой матрице. Смотрите, как я раздваиваюсь. Есть только одна цель, одно движение. Много ударов кулаком, мало ударов ногой. Много ударов правой, так как моя левая рука немного... Мы снимаем один эпизод из 18 секунд с помощью стационарной камеры с охватом 180 градусов. Я за это время проделал что-то около 20-25 движений. Большинство моих сцен были с Киану. Или со мной. Я тоже. Драка Бурлей Браул потребовала как минимум 10 меня одновременно. Мы приложили много усилий, чтобы сделать сменные головы. Часто берут каскадера и к нему добавляют голову Хьюга, просто потому, что не существует 10 Хьюга. Мы создаем иллюзии. Примерно 13 почти я ходили повсюду. Я даже не отдавал себе отчета в том, как я выгляжу. Когда я гляжу в зеркало, обычно я говорю себе, что неплохо смотрюсь. Но здесь, когда я смотрю на их профиль, я говорю себе: «Вы только посмотрите вон на эту часть!» Где он? Он играет Супермена. Аламеда, Калифорния. Сцена фиксации изображения. Здесь мы собираем образцы страдания, разрушения, которые появляются в определенные моменты боя. Смешиваются физические аспекты технологии. Прогресс очевиден. Это как целая серия историй. Полет пули был создан для первого фильма. Новые эффекты были созданы для нового фильма, для того, чтобы получить то, что задумывалось его создателями. Мы отдавали предпочтение людям, а не синтетическим персонажам, но в полностью виртуальном пространстве. Мы нашли способ реализовать такую хореографию. Мы воспроизвели все самые мелкие элементы до того, как составить целый образ. Мы ничего не вырезали. Камера снимает все, что вы хотите видеть, и продолжает свое движение. Все то, что было отснято Гаэтой и его командой, позволило действию развиваться и достигнуть рамок бесконечности. Сидней, Австралия, май 2002 года. Падение Тринити. Это был наиболее сложный момент в моей карьере актрисы, потому что интервал между мотор и стоп снято был слишком коротким. Я должна была играть чувство крутой Тринити, а потом Тринити, которую застрелили. И когда только я начинала играть, съемка прекращалась. Вы понимаете? Сделать этот фильм было очень сложным и длинным с технической точки зрения действия. Требования были настолько высоки, что больше и быть не может. Именно в этом и заключается магия. Их трюк заключается в том, чтобы толкнуть вас как можно дальше. Это трудно, но это может показать все лучшее, на что вы способны. Когда я делал трюк, они хотели, чтобы я сделал еще два. А потом братья спрашивали: «А ты можешь сделать семь?» И я говорил: «Я могу сделать 7, если, конечно, у меня будет возможность сделать 90 дублей». Все знали, что от них требуется сделать все, на что они способны. Было необходимо вертеться на огромных платформах, которые содержали большущие и сложные механизмы. В сценах одновременно участвовали настоящие актеры и спецэффекты. Это были сцены, полные воображения и эмоций, и надо было попытаться придать всему этому
настоящую красоту. Напряжение не спадало. Все было так прекрасно сделано, все было похоже на одно прекрасное, удивительное развлечение. Редко, когда можно пойти в кино и поразиться тому, как снят фильм визуально, эмоционально, духовно. Именно поэтому мы так любим делать такие фильмы, потому что мы знаем, что только такими и могут быть настоящие фильмы. Это невероятно. В жанре ковбои, индейцы, этот фильм лучший. В нем столько трюков, и это настоящий триллер.